Более 300 конкурсных заявок было подано на 10-й юбилейный фестиваль «Планета детства». Победители выступили на гала-концерте в Театре эстрады. Ксения занимается танцами с 4 лет. Сначала русскими народными, теперь ирландскими. Ее коллега по сцене Стас тоже опытный артист, несмотря на совсем юный возраст. Недавно он занял 2-е место на чемпионате Европы в своем направлении. Жюри фестиваля «Планета детства» признала хореографический коллектив «Трискаль» одним из лучших в Центральном районе. Зрители гала-концерта решили удивить новым номером настроения. Это ирландский танец, это ирландский степ, и мы смешали его с рок-н-роллом. И у нас получился такой танец со смешанными стилями. В этом году «Планета детства» празднует свое 10-летие. Заявки на участие в фестивале отправили все творческие коллективы района. В юбилейном гала-концерте участвовали 20 лучших. Среди них хор «Гармония», Павловская гимназия, хореографическая студия «Маленькая балерина», школы номер 300, студия бальных танцев «Плюс», Дома творчества «Преображенский». Глава района Андрей Хлудков тоже вспомнил, что в школе занимался творчеством. Я вот вспоминаю конец 70-х годов, когда я учился в одной из школ Центрального района. И мы тоже активно, конечно, участвовали в творческой жизни, и лично я был чтецом стихов в литературном клубе 157-й школы. Многие из коллективов уже задумались над участием в фестивале в следующем году и отправились готовить победные номера.